Так, ну в субботу мы будем делать вот эту машинку. Как видно, здесь замята. Дверка неплохо. Будем работать обратным молотком. Вытягивать это все на место. Рамка тоже, как видно, поведена. Покажу, как ее выпрямить. Ну, остальное тут как бы все по мелочевочке. Ну, все это я буду показывать. А сейчас мы поедем строить камеру. Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня мы будем вести репортаж с побережья озера Мичиган. Шутка. Сегодня мы будем камеру немножко в порядок приводить. Хотим утеплить ворота. Ну, ворота я имею в виду, которые внутри. Перегородка у нас между камерой и подготовочным цехом. Сейчас мы... Ха! С утра-то! Анекдот! В городе построили огромный супермаркет. Короче, на весь город, да, такой огромнейший. Все в нем есть. Ну и ситуация у кассы. Мужичок простоял в кассу, очень долго стоял. И мужик подходит в отдел. Очередь подошла. Говорит, мне, пожалуйста, перчаточки. Вам какие, кожаные? Или замшевые? Замшевые. Ну, вам в тот отдел. Пошел в тот отдел. Народу тьма. Отстоял, короче. Подходит. Мне бы черные замшевые перчаточки. А вам с застежечкой или на молнии? Ну, на молнии. Ну, вам в тот отдел. Отстоял там. Подходит. Уже все, у него уже сил нету. Говорит, вам... Какие? А, мне говорят, перчаточки. Какие вам? Черные, замшевые, на молнии. Ну, вы какие бы хотели, вот, чтобы вам под пальто или под куртку, там, на меху, без меха? С мехом под куртку. Вам в тот отдел. Короче, гоняли. Стоит он же в том отделе. Все, очередь его подходит. Вдруг сзади мужик подбегает. Унитаз на прилавок ложит. Вот вам унитаз. Вот вам кафельная плитка с туалета. В жопу вы меня вчера смотрели. Дайте мне рулон туалетной бумаги. Такой анекдот немножко. Ну, а мы с вами посмотрим камеру. Как бы меня спрашивали размеры вот этой вот халабуды, вытяжки, да, вернее, приточки. Вот туда она идет. Размеры сейчас мы снимем. Ну, мы ее померили. Короче, метр ширина. И длина ее составляет 2,40, да, Толя? Да. 2,40. То есть и сама высота идет 20 сантиметров, то есть от потолка. То есть туда будут вставляться фильтры. Ну и выходит она на улицу, там будет стоять двигатель, то есть будет нагнетающий двигатель. По кругу лампы. Тут пока выключили. Здесь тоже все лампы. Этот проход будет закрываться. Здесь лампы. То есть освещения хватает везде. Ну и вот эти ворота сейчас мы будем как бы утеплять. Вот эти ворота мы сделали, которые у нас открываются. Здесь будут уплотнители стоять специальные. То есть это нам уже привезли, но еще мы не ставили. Сегодня будем пытаться вот эти двери закрепить, тоже утеплить. Так, вот здесь вот у нас вытяжка сама, которая уходит вниз. И здесь, то есть, будет короб на всю длину машины. Короб будет заливаться бетоном. Ну вот, как бы вытяжка в рабочем состоянии. Сейчас мы туда дунем. Все уходит, моментально. Сверху будет короб без дна. Выключи, Толик. Сверху будет короб без дна вот здесь проходить под всей машиной.
Скоро будут насверлены дырочки. То есть, может быть, даже он будет открываться. Может быть, даже он будет открываться, чтобы чистить его там или фильтра менять, закладывать. Да даже не может быть, а точно будет закрываться. Ну и как бы что еще? Вытяжку я уже показывал там в других передачах. То есть вот сюда она выходит и уходит наверх. Вот эта фигня разборная. То есть сняли, поставили. Но, может быть, мы ее перебазируем потом вдоль стены. По отоплению что мы хотим? По отоплению здесь будет для начала, так как работа у нас будет летом, мы поставим вот на эту стенку и на вторую напротив две сплит-системы большие. То есть сплит-системы будут обогревать сам гараж, то есть который находится в той половине, и вот эту трубу, которую вы видите, да, она у нас выходит на улицу, там мы сделаем раструб, и эта труба будет выходить сюда, то есть в ту половину. Когда ворота будут герметично закрыты, то приточка у нас будет идти через этот цех. Воздух будет в том цеху нагреваться и попадать, то есть уже вот сюда теплым. Это для зимы. И для лета мы на улице там же сделаем заслонку, которая будет переключаться на улицу. И летом воздух будет подаваться с улицы. Если же на улице будет слишком жарко, опять же, мы выигрываем. Выигрываем чем? Включили сплит-системы, выгнали температуру нужную и уже пускаем прохладный воздух сюда. То есть решили вот так вот выйти из положения. Но систему отопления будет, там, наверное, котел стоять у нас. И будем делать разводку по стенам. То есть, ну, как бы дополнительную температуру будем делать. Котел будет на жидком топливе. То есть вот так вот решили выйти из положения. То есть это я про обогрев воздуха, то есть про зимний, про зимнюю приточку. То есть зимняя приточка у нас будет с цеха. Ну, двигатель у нас на приточку. Сейчас я покажу. Вот он. Вот этот двигатель. Несмотря на то, что он маленький, он очень мощный. То есть у двигателя имеется беличье колесо. Блин, вот мощность его я точно не скажу, где она прописана. Но дует он, мама, не горюй. То есть это его подключали. Демонстрируем движок. Вроде как горят уже, все подключено. Не надо, сюда мы покажем как раз, где он стоит. Вот, то есть эта труба у нас выходит наверх и туда уходит. Сейчас мы попробуем подключить двигатель. Ну, здесь еще беспорядок, не обаккурачено. А я тут пролезу. Пролезешь, что ли? И вот здесь вот у нас будет стоять двигатель. Ну, сейчас столик примерно установит, но это не ее место, ее место вот. Да. Ее место вот. Ну, все. Ну, ладно, давай, ну, примерно вот так вот поставим. Толик, что она поместила? В розетку включить? Ну, давай его? Лучше на эти. На шпильки. Короче, вот, 1,1 киловатта, 2800 оборотов. Ну, кому интересно, да, 380 вольт. Ну, розетку тут что-то нам не сделали нормально. Держишь. Попробуем другую воткнуть. Двигателем облон, что-то не так подключили. То есть электрику позвонили, должен проверить это дело, но не суть важно. То есть все это наладится, все это будет работать. А пока мы займемся воротами. Знакомьтесь, это Дауд. Наш компаньон взялся сверлить. К маю обещался досверлить. Слышишь? К маю. Швейлер чуть-чуть тоньше рельсы. Сверлится очень тяжело. Вот как можно посмотреть. Одна дырка. Да у тебя включен этот перфоратор. Вот. Так вот тяжело и кропотливо под каждую клепочку сверлится. Очень тяжко идет. Но стружка летит. Сверла кобальтовые. Как видно, толщина здесь впечатляющая. Да, успевает только, говорит, клепать. Ага. Решили вот тут посерединке сделать вот такие тоже
промежуточные прикрутить. Геморрой, конечно. Еще у меня тут такая бригада ух собрала, что вообще за голову возьмешься. Я говорю, бригада ух у меня, это вообще. Да? Ну а ты думал? Это вообще. С ними пятилетку за два дня не получится. Дай бог, до мая бы прикрутили эту железку. Убиться можно дороже. Все это надо будет убираться. Много работы, конечно. Столик создает рабочий вид. Вот так это у нас все будет выглядеть. Все, конечно, в режиме построения, но делаем потихоньку. Как руки доходят. Да вот что там со сплитами? Идут уже с Италии? Да, блин. Идут, говорит. Все это организаторская деятельность у нас очень медленно развивается. Дяде Олеже нету дела время. И никто не шевелится. Это вот сегодня решили день выбрать, два дня посвятить пока камере, утеплению ворот. А в субботу приедет машинка, я ее показывал в начале, то есть будем делать дверку. Ремонт, я считаю, там сложный, но как бы вытянем, ничего сложного. Будем работать обратным молоточком. Такие дела. Надо сказать, вот между листом прокладываем псу. Такое, если видно. Она приклеивается? Да, она приклеивается. И, то есть, прижимаем, чтобы доступа воздуха здесь у нас не было. Такого прораба не видели. Еще раз. Вы еще такого прораба не видели. Очень злой. Он ходит, руками машет. Извините, какая работа. Дядя Олежа любит всегда, чтобы был порядок. Ну, собрался тут шараш-монтаж. Болта крутить не могут, ёхарный бабай. Работать всем, я не понял, что за перекуры, блин. Три гайки вкрутили и перекур. Вообще, я балдею от этих, блин, как вас назвать, гастарбайтеры, блин. Вот так. С России. С России, да, понасобирали. Не, у нас вообще вот два россиянина, один дагестанец. Я родился здесь, все, работал на севере в то время, когда гражданство заставили принимать. Так что сейчас дядя Лёжа расшевелит эту бригаду улиток, ё-моё. Меры безопасности у нас тут соблюдены, потому что руки у всех не знаю откуда растут. Мало ли сверло отлетит. Толя себя обезопасил, да, Толя? Да. Молодец. Тепло тебе? Бляха, все меры приняты. Молодец. Еще респиратор надо. Так. Я не понял, Давыд, а ты почему без каски? Дай ему каску. Вот. Вот так вот, это уже ближе к теме. Меры безопасности приняты. Видно, что тебе там? Видно. Теперь никакая стружка в глаз не попадет. О, отбойникам это хорошо. А вы пишите там в комментариях, что дядя Олежа не заботится о безопасности своих рабочих. Все, беспокоится. Все в шлемах. Глаза защищены. И тут вот у нас кто-то построил кафе, я так думаю, поплавок. Нафига непонятно. Супер сварщик. Шараж монтаж. Сейчас мы проверим шов. Что он там наварил. Ну дай шов посмотрю. Ой-ой-ой. Какими швами только трубопровод варить газовый. Это ужас. Ну и до планочка как бы нужна. Чисто поперечинку сделаем. Вот столик, короче, решили, что ну и нафиг. Давыда у племянницы машина сломалась в 80 километрах от города. То есть он поехал, ну и мы с Толей решили тоже забить. Смыться, да. Так что будем завтра продолжать съемочки наши. Завтра постараемся хоть одну сторону утеплить, чтобы сдвинуть с мертвой точки это дело. Ну и
продолжим. Не знаю, будем завтра делать блок из двух видео или сегодняшним закончим. Ну, на всякий случай, всем добра и бабла. Да, Толик? Помаши ручки. Ой, молодец.